17 миллионов рублей будет потрачено в 2017 году на капитальный ремонт школы номер 216 «Дидакт». Деньги выделены на условиях софинансирования из муниципального и областного бюджетов. В настоящее время здесь завершаются работы по утеплению стен здания. Мы также сейчас приступили, в полном объеме ведется работа по главному корпусу. То есть мы приступили к отделке главного фасада здания школы. Также у нас на пристрое, на спортивном зале выполняется работа по ремонту кровли. Сейчас укладывается второй слой, наплавляем материалы. Ремонтные работы на главном фасаде школы 216 «Дидакт» проводятся с особой аккуратностью. Перед подрядчиком поставлена задача сохранить исторический облик здания. Это здание одно из старейших, как общеобразовательная школа, использовалась с первого дня. И по факту мы приняли решение главный фасад абсолютно не менять, только провести его косметический ремонт, то есть без изменения архитектурного облика, то есть он сохранится в первоначальном виде. Ход, качество, а самое главное – соблюдение сроков выполнения капитального ремонта оценил в ходе рабочей поездки в Заречный заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов. Инспекционные поездки региональные чиновники проводят по поручению губернатора Ивана Белозерцева. С министром образования мы проезжаем все школы, где ведутся такие серьезные ремонтные работы, и смотрим за качеством выполнения работ, знакомимся с подрядчиком, выслушиваем мнение директора школы, начальника управления образования. И, конечно, самое главное – не сорвать сроки. Видно, что здесь уже достаточно большой объем работы сделан. Ремонтные работы, запланированные на 2017 год, в школе номер 216 «Дидакт» подрядчик обещает завершить к 15 августа. Останется только отмыть окна и привести в порядок помещение образовательного учреждения к 1 сентября. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».